Клеопатра Базар. Мы сейчас вот у тебя находимся. Это такое четырехэтажное здание большое. Исландцы. Нет, есть цены там что-то в этих египетских фунтах свет, по-моему, что-то написано. Да, вот если смотреть, допустим, вот такие очки, например. Вот, видите, ихняя валюта. Такие прикольные игрушки, да, свет? Верблюдики. Почем такие верблюдики, интересно. Так, вот цена, друзья. Так что, кому нравятся верблюдики, купайте детям. Зайчик, например. Ничи, например. А, тут что-то я цены не вижу. Как потерпевший орёт, друзья, да? Давайте. А это так же? Еще громче. Так вот цена, друзья. А вот это коричневое сколько стоит? Что-то кладется внутрь, как бы. Как сумочка такая. Как сумочка. Видишь, тут это открывается. Вижу себе, да. Детская сумочка. Вот цена на него, друзья, на эту верблюда. Тут много игрушек-то разных. Ты же сказал, сколько стоит, ну, это, египетский этот относится. Надо будет там посмотреть, сколько египетский. Там фунт вообще относится. А вот, например, так, вот тут цена что-то написано. Вот я думаю. Здесь ничего нет. Магнитики разные. Например, такая вот репка. Например, вот такая штучка. Thank you.
что я говорил, серебристый сарафский надпись. Такое здесь нет, все посвящено Богу. Да тут много всяких этих ситуаций. Короче, 100 египетских пунктов стоит... Ой. 6,36 доллара. 100 египетских пунктов. Понятно. Thank you.
Кристиан Бин. А тут что-то я цены не вижу. У них обычно везде была цена. Я тоже. Большой выбор, да, сумок? А те кошельки, которые продавали по 7-10 долларов, не спрашивал, почем у них тут? У них по 10 долларов. По 10 у них?
А еще выше есть место? Да. Сейчас пойдем. Привет. Отдали жарный. Чай, кофе. Красиво. Класс. Спасибо. Thank you.
100% leather. No easy. Я вижу себя. А ты еще выше пошла? If you want to try something, we can be. If you need it. You speak English or Russian? Russian. Очень приятно. Сергей Владимирович,
Привет. Привет. Все хорошо. Какой размер? Это отцу хочешь, да, свет купить? Или маме? Почем они свет? Такой мы брали, тоже у Насти была. Долго-долго носилась. Сколько? Рублей 700 они здесь. А, ну вот тут 140. 140 написано. Это не здесь, а в той палаточке там вещают. А сколько это 140 лево? Это рублей 700. А? Это рублей 700. 700 рублей? Тут нет таких кроссовок, да, которые мы вот мне покупали, помнишь тогда?
А что, еще этаж есть? А мне кажется, там тупик уже. Ну посмотри, мне кажется, тупик. Или вот эта цена, да не понимаю. Да нет, вот она цена, вот она зателка, вот она, вот. Вот это? Ну, блин, дай почитай глазами, так все скажу. Полотенце, кстати, у них хорошего качества. Натуральные. Ну. 50. Ну да. Большой выбор у них, да?
квасоки около 5 долларов стоят. Ну вот цена, переведите на египетские фунты, друзья, тут. Так что если вы поедете в Египет, то вот аквасоков очень много. На все размеры. Ну, я думаю, что много здесь, друзья, размеров. Я, по-моему, здесь уже был, но аквасоки, по-моему. Вот они размеры, смотри. Вон, от мала до велика. Вот размеры, 22, 23, 24. А, все да, вот, друзья, вот они, видите, размеры написаны. Где такие есть размеры? Так что, если у вас нет аквасоков, это так называемые коралки, хахаэта. Это для, это, как говорится, для ходьбы в море по кораллам, так скажем. Ну, если кто не знает, что такое квасоки. До 46 размера. Ой, как много. Ну, давай еще какие-нибудь цены посмотрим, Свет. Вот 43 размер, например, или какой там, любой. Я, допустим, да? Ну, давай посмотрим. Вот эти, например, квасоки, да, вот смотри. Вот размер. Размер не там, и цена должна быть. Сколько там? 75. Так же цена, как и у маленького размера. А, 75 египетских фунтов, друзья. Mm-hmm. Ну, я думаю, в интернете можно посмотреть, сколько это, 75 египетских фунтов. Ну, там из этих 100. Маленьких магазинах посмотрели, по 5 долларов продают их. Ну, здесь 5 лучше. Где-то 5, да? Просто я не знаю, сколько египетских фунтов на данный момент стоит. Я говорила, 100 египетских фунтов, это 6,6. Доллар, понял. Ну, на данный момент все. Ну, друзья, такие вот цены. Вот маски. Например, вот. Ну-ка. А эти маски почему? О, вот, а там написано, Светка. Смотри. Также вот ласты. Ласты есть. А, ну китайский made in China. Вот, например, ласты, друзья, вот цена. Ну, где вот поярче ценник я нашел, потому что бывают некоторые ценники здесь так немножко закрытые, что тяжело увидеть что-то. 14 долларов. Ну, вот маска с трубкой, например. Так что аквасоки можно было и тут купить, Светланка, да, если бы знали? Ну, мы переживали, а вдруг не найдем или еще что-то, и получится вообще ходить не смогли. Такие еще тапочки разные есть. Правда, цели плохо видно. Ну, к примеру, вот какой-то нашел. 65 такие тапки стоят, Свет, видишь? Mm-hmm. Маленький размер. Ну, тут, по-моему, что маленький, что большой, по-моему, одинаково, да, приблизительно стоит. Не знаю, какие. Ну, давай вот эти вот посмотрим. 85, не, чуть-чуть подороже. Где-то тоже 5 долларов. Ну, что-то в районе плюс-минус 5 долларов, да, где-то так. Шлепанцы также имеются тут разные. К примеру, давай вот эти посмотрим, почем они. О, вот эти дороже, Свет, смотри, 199. Mm-hmm. Чего, у них резина, что ли, лучше? Почему цена у этого подороже идет? Вот красивый, смотри. Ну, так, внешне вроде красивый. Сколько они стоят, так... Что-то не пойму, Илье. 270. Мне казалось, четырехзначная цифра. Ну, нифига себе тапочки. Так. Ну, как бы так вот, друзья. Вот. Nike, Adidas. Ну, понятно, что это не оригинал Nike, Adidas. Пошли, Сережа. Да, все, Светланка, пошли. Так что, друзья, здесь очень-очень огромный выбор. Заходите, выбирайте. В общем, всего много. 4 этажа. И находится рядом с нашим отелем. Вот тут даже лодки и круги есть. По-моему, я на видео не заснял вначале, когда заходил. Если кому, друзья, нужно поплавать, то пожалуйста. Ну и вот мы, друзья, выходим вот из этого здания. Вот здесь находится наш отель, вот туда вот прямо, буквально вот минут 3 пешком. Ну а вот здесь мы уже ходили, смотрите предыдущее видео. Вот по этому рынку мы ходили, там тоже всякие эти и сувениры продаются, и футболки, и акватапки, там халаты, там, как говорится, ну и так далее, много всего. Кстати, вот, где мы сейчас были, друзья, вот, видите, Клеопатра базар.
сейчас были. Так что заходите сюда, друзья, покупайте. Фиксированные цены, друзья. По этой стороне Шанель. Я тоже цены снимал. Смотрите в предыдущем видео. Там можно всякие эти купить. И масла, никогда и друг. И масла еще. Пойти, потому что уже пора. А, на, ты мне сюда направо, тогда завтра сходим, да, если что? А мы не успеем уже, постемнело. Я думал, что мы здесь минут 10 погуляем, а мы гуляли, наверное, полчаса или час. Вот здесь, друзья, можно по фиксированным ценам купить очень-очень много всего. Заходите. Рядом с нашим отелем, друзья, находится. Здесь много можно всего купить, налево поворачиваете, потом можете вот сюда зайти, много всего можно купить. А вот и наш отель, Арабия. Вот. Арабия, Арабелла, они тут рядышком находятся. Наш как бы прямо, а Арабелла правее въезд будет. Так что все, друзья, заходите прямо вот, вот наш отель, заходите. И покупаете. Вот здесь въезд в Арабию и Арабеллу. Вот тут, друзья, Арабелла, если направо. Кстати, вот когда будете выходить, налево поворачивайте, я показал вам рыночки, где мы были. Все прямо в пешей доступности. Вот это Арабелла въезд. Арабия, вот прямо, где мы живем. Друзья, кому понравился подробный обзор цен Клеопатра Базар, лайки, комментарии приветствуются, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и выбирайте все уведомления, тогда вы не будете пропускать мои новые интересные видео и прямые эфиры. На прямых эфирах всегда сможете задавать вопросы онлайн. А в следующей серии я вам покажу территорию нашего отеля с высоты птичьего полета. Всем до новых встреч!